сказал, что мы, как граждане этого государства, победители, потомки победителей, мы обязаны увековечивать память наших предков, великих предков, я считаю. И посему вот этот товарищ, далеко не товарищ, если честно сказать, вот этот, который Дмитриев, писатель, у нас же и про него был этот опять тот же самый разговор, который был тогда по поводу танка, что танк незаконно установлен, что под танком там камни лежат, что там стекла разбиты. А он кто вообще? Он гражданин этого города? Что он тогда туда лезет-то вообще своим кривым? Ну, если он гражданин города, пусть бы подошел, пришел бы и спросил, кто это, что это, зачем это. Девчонки за два дня собрали 300 с лишним подписей в поддержку установки этого. Это такие же граждане этого города. Это точно такие же граждане. Почему мы, вот здесь все присутствующие, мы не имеем права увековечить память великого гражданина нашего Отечества? Я считаю, что вот как раз вот тот, который писатель, вот этот, ну, не хотел бы его оскорблять, но все-таки так получается. Во-первых, он очень мало знает законов. Во-вторых, это просто как-то низость. На мой взгляд, это низость вот такие вещи писать. Неизвестного ему. А кто он такой, чтобы он был известным для него? Кто он такой, чтобы это... Что он? Профессор каких-то там, знающий, который всех людей.